Работники сферы культуры получили сегодня награды. Профессиональный праздник отметили в областной филармонии. На торжественное мероприятие по традиции съехались работники культуры со всей области. В Большом зале в первом ряду жительница холма Надежда Баронова. Больше 20 лет она учит ребят декоративно-прикладному искусству. Сейчас у нее 10 учениц, большая часть – детсадовцы. У нас дошколята самостоятельные, сами ходят. У нас как-то вот родители привозят их, а они сами здесь по себе в этом доме творчестве. Они как рыба в воде называются. Делаем бумажные аппликации всякие разные, открыточки там, клеим, лепим и все такое прочее. Надежде Бароновой была вручена благодарность губернатору области. Также свои заслуженные награды получили работники районных библиотек, домов культуры, педагоги областного колледжа искусств. А лучшие творческие коллективы Новгорода подготовили для всех гостей большой праздничный концерт.